24 апреля они вернутся. И тогда, а что тогда? Крепкие объятия, хлеб, соль и долгий рассказ об ангельских приключениях. Но это будет завтра. Сегодня мы расскажем, признаюсь, очень хочется сделать своего рода сериал, познавательный, из программы в программу, о тюнинге через призму объектив фотоаппарата. Многие считают, что сделать фотоавто проще простого. Глубокое заблуждение. Если за дело берется мастер, если автомобиль с душой, то фотосессия, достойная глянца журналов, архисложна. Но как увлекательно! Прелюбопытнейшее это занятие, скажу я вам, наблюдать за наблюдающим. А когда еще наблюдающий захвачен творческим процессом, бомба! Еще драйвовее, уверенно, для тех, кто в кадре, а затем лицезреет гордиться своим любимцем, листая популярные издания. К слову, к идее оживить тюнинг фото подвиг один из топ-фотографов журнала Auto Evo. Затея показалась более чем хорошей. Во-первых, примерить на себя свой автомобиль лавры лица с обложки. А чего скромничать, если тебе что показывать? А во-вторых, предметно коснуться такого тонкого аспекта, как индивидуальность. Да ты че, ну что? Нормально? Да смотрю, это, конечно. Это зарубежные журналы, да, российские, да? Ты, ну, ты позвони только, что у меня на аудио там говорит. Я в основном работаю на Россию, Европу, а также... Там, короче, там до конца, смотри, там в самом конце еще я буду. Журналом вот я. Давай. Да, даже так. Ну, это по секрету. Всего света. Можно так, да. Подожди, подожди, мы об этом обязательно сейчас поговорим. Хорошо. Мне интересно, вот тебя можно уже назвать экспертом в тюнинге, поскольку многие вещи ты замечаешь вот через призму своего фотоаппарата, да? Что сейчас модно? Куда мы движемся? Тем более ты работаешь с Европой и с Америкой. Что сейчас модно? Ну, сейчас очень модно, в принципе, не внешний вид, а более усовершенствовать салон, больше делать акцент на музыку, на выхлоп, на характеристики динамики, двигателя и так далее. То есть внешний вид сейчас заключается, ну, как говорится, мода в пленке, она уже прошла. То есть были мода обклеивать машины золотом, хромом, до нас, кстати, золото так и не дошло. И слава богу, индивидуальность авто можно выразить, не прибегая к вычурным спецэффектам. Пример – конкретный автообъект. Замечу, как один из вариантов самовыражения. Кстати, доселе он имел прописку в Эмиратах, служил шейку. Пожалуй, ценный экземпляр. Для его владельца так точно. BMW уже блистал в прессе. Очень красивые фотографии получаются. Машина – это очень фотогеничное существо такое. То есть совершенно... По-разному она смотрится вживую, и фотографии подчеркивают ее достоинства. Очень довольна машиной, хорошая, а самое главное, эксклюзивная. Одна в белом цвете. Больше, по моим данным, в Украине нету. До рестайловом варианте. Итак, мы говорим о BMW 745 Лонге. Какого года рождения? 2003 год. Что в нем такого особенного? С вашей точки зрения, почему душа автолюбителя вот затрепетала? Ну, машина абсолютно самодостаточная, в ней есть все. Совершенно не хочется ничего делать, добавлять, да. Но как же с точки зрения резонера, под себя что-то делать? Говорим сейчас о тюнинге. Да. Автомобиль, который совершенно в нем не нуждается. Его надо сохранить именно в том виде, в котором он есть, в котором он вышел с завода. Именно это основная наша задача. Единственное, что сделали, это покрасили колеса в белый цвет. Верное, на мой взгляд, примечание о самодостаточности. Своего рода даже совет. Некоторые модели действительно не нуждаются в тюнинг-коррекциях. Разве что в паре тройки личностных штрихов. Тема не ценная. Но уж если душа просит чего-то эдакого, то надо ее удовлетворять. А если не знаешь, чего именно хочешь, смотришь, как это делают другие. Когда мужчины листают подобные журналы, как Auto Evo, к примеру, да, они тоже ведь на себя примеряют некие штрихи, детали, а может быть целый комплект тюнинга, да? Ну, конечно, конечно. Все читатели журналов в основном любят рассматривать картинки, любят и читать то, что сделал с машиной. А ты только фотографируешь или ты еще иногда даешь советы? Друзья, вот здесь бы я Божью коробку. Очень часто меня спрашивают, какие диски примерить. Я представляю в фотошопе, то есть представляю модели, как диски будут смотреть. Очень часто пишут насчет разработки дизайна раллийных машин, дрифт машин, в плане объектов. Можно полностью изменить салон автомобиля. То есть я могу сделать набросок по вашим пожеланиям любым. 100% у тебя есть самая любимая работа. Да, у меня таких работ несколько. Наш днепропетровский Фиат. Фиат необычный тем, что он имеет окраску хамелеона. Он состоит в дизайне из
трех машин. За основу брался Alfa Romeo GTV. Брался с нее двигатель, полностью вся подвеска. Было сделано на машине занижение, 17 диски. Эпатаж воплоти, темпераментная Италия. На контрастах еще один подход к тюнингу. Фото-видео Newsmaker Audi A4 2.0 TDI. Процесс перевоплощения начался с банального фильтра нулевого сопротивления. И, цитирую владельца, это была ошибка. Был запущен дьявольский механизм жажды скорости и индивидуальности. Найдена новая игла, с которой не просто соскочить. Преобразилась внешность, убран весь хром, 18-е диски от Zest Ultra Leggera, задний диффузор от немецкого ателье Up Sportline. Из S-серии Audi перекочевала решетка радиатора, педали, рычаг переключения передач, спортивные сиденья и карбон. О нем ультрамодном в лабораторию. Есть люди, которые любят свои машины. Они хотят запечатлеть свой автомобиль, хотят видеть его в журналах, хотят видеть его на телевидении, хотят просто в интернете разместить свои фотографии. Таких много, да? Таких очень много людей, очень много. Слушай, простой ключ. Шикарная возможность. Мы говорили о тюнинге, а сейчас мы даем рекламу фотомастеру. Хорошо, все желающие, кто хочет фотосессию своему автомобилю, обращайтесь. Что, мой автомобиль увидят вас небольшой? Конечно. Скажу так, мне в Америку, в Европу пока не с чем. Если же у вас достойный всеобщего восхищения автомобиль, дерзайте. Начните, к примеру, с автострастей. Покажите, расскажите, что, где, как. И вам приятно, и тюнинг народу польза. Вот, собственно говоря, и все, о чем я вам хотела сегодня рассказать, дорогие друзья. Спасибо за внимание.